Так, я еще не знаю, буду я делать клип или нет. Ну, по крайней мере, хочу накрасить губы. То ли вот этим, то ли вот этим. Мне кажется, вот это светлее. Нет, он все-таки оранжевый такой. Накрашу вот этим. Мне так он нравится. Он такой какой-то прозрачный. Вот мне в последнее время вот эта серия очень понравилась. Вот эти 24 Colors. Просто прелесть, прелесть. Так, я не знаю, сейчас, наверное, у меня будет такая сборная солянка. Во-первых, хочу избавиться. Я уже избавилась как бы, но не избавилась. Вот этот Виши и Виши, да, я использовала в другом клипе, ну, типа, рассказала. А теперь вам рассказываю, чтобы выкинуть это демонстративно в ведро. Раз и два. Goodbye. И чем я сегодня красилась? Значит, вот этот новый цвет я испробовала. Такой вот он в деле. Но мне пришлось его добавлять вот этим серым, вот такой краешек сделать, чпок, и синим добавить вниз цвета и яркости, как говорится, наведи яркость. У меня лезет такой противный анекдот насчет наведи-ка яркость, дай вилочку, да, ну то есть, господи, зачем я это делаю, надо стереть. Еще у меня и осталось на следующий раз вот такой вот темно-коричневый попробовать, хотя у меня их 1,5 миллиона. И вот этот вот золотой, якобы золотой, CoverGirl. И сатин, то есть это у меня будет на подпевках сверху, вот как я вот этот серый использовала. Чпок. Это уже как бы, это next time, в следующий раз. И я хотела поотвечать на вопросы, но я знаю, что это убьет всю мою прелесть, так сказать. Потому что люди приходят, они же приходят якобы за тишиной и покоем, а я там им читаю комментарии противные, им, видите ли, противно. Я подумала, ну зачем я так буду делать? Не буду читать, лучше понюхаю вот эту эйфорию, которую мне дали без легенды, но я сделала расследование. Это, оказывается, 2023, которая в туалетке. Такая более матовая. И хочу попробовать, почему нет? Давайте. Раз, два. Прям дорого-богато. Прям даже хочется на себя нанести. Наверное, я нанесу. По крайней мере, будет повод потом вас, меня спросить, ну как тебе? В носке. То, что мне некоторые так обязывают, чтобы я еще им говорила в носке при температуре 20 или 40 градусов, и так, и сяк, и разноси, и приноси, в общем, все. 24 часа пиши дневник, в общем, Оля. Слушайте, я, по-моему, опять гоню. Да ничего я не гоню. Это, знаете, какой-то цветочный зефир. Прям я такая. Цветочный зефир. Не дать, не взять. Ну что ж, придется почитать. Так, эйфория Eau de Toilette 2023. Calvin Klein. Фруктовый, сладкий, розовый, пудровый, цветочный, амбровый. Вот амбра чувствуется. Древесный, ванильный. Ваниль тоже очень чувствуется. Значит, эйфория Calvin Klein. Аромат для женщин принадлежит группе цветочные, фруктовые, сладкие. Это новое издание. Эйфория Eau de Toilette 2023 выпущен в 2023. Значит, был создан Ann Filippo, Dominique Rapion и Fanny Ball. Вот эти троицы постоянно вместе. Вы не находите? Верхние ноты. Малиновый лист, слива Мирабель, розовый перец. Средние ноты. Роза, орхидея, цветок гуавы. Базовые ноты. Кашмиран, ваниль и кристаллизованная амбра. Вау.
кристаллизованная амбра. Не просто так. Значит, написано малиновый лист, и там малинка такая нарисована. А мне чудится сама малина. То есть я знаю, как пахнет малиновый лист, он, конечно, листом и пахнет, а вот именно малинкой отдает. Слива Мирабель желтенькая и розовый перец. Кстати, розовый перец часто используют в таких вот девичьих ароматах за последние годы. Это прям вот фишка. Единственное, что новенькое здесь добавили, это цветок гуавы, да, то есть гуава, ну, вообще редкое явление, а тем более цветок, господи, экзотический цветок, где, в каких странах он растет, это еще догадаться. Но самое прикольное, что у меня есть кое-что из этого, у меня есть Secret Escape от Victoria's Secret. Я думаю, чем-то он мне напоминает, но я не думала, что настолько. Вау. Там вот фрезия и цветок гуава, а здесь такой набор. Ну что, на повседневку супер. На каждый, ну, то есть для кого-то удивить кого-то, как говорится, ежа одним местом, но этого мало, как говорится. Для Атоса это слишком много, а для графа Делафер это слишком мало. Советую или нет? Если он будет стоить, ну, в дешевых цифрах, да, то да. Но если он будет стоить выше $80, то нет. Ну вот как-то так. Я думаю, этого достаточно. Если что, я потом расскажу вам свои впечатления на будущее. А на этом я заканчиваю репортаж, обзор нового парфюма от Calvin Klein «Эйфория в туалетке 2023». Пока-пока, всего самого хорошего, я полетела.